שלום לודמילה. שלום. אשמח אם תוכלי לספר לנו בשפת האם שלך מה הסיבה שעכשיו הגעת לטיפול. עכשיו אני לודמילה, я пришла к Рикардо, что у меня очень большая проблема, у меня рак. Началось у меня это заболевание где-то в декабре месяце. Я почувствовала сильные боли в районе всего живота. И пошла к врачу, и пошла к гастроэнтерологу. Сказали мне, что у меня в желудке хеликобактер. И сделали мне гастроскопию, колоноскопию. Гастроскопия показала, что у меня очень высокий процент это хеликобактер. Мне, значит, назначили мне лекарства, антибиотики, и еще там лекарства. Я это пропила в течение 10 дней. Потом мне врач сказала, что надо еще через месяц-полтора сделать еще одну проверку. Я все время жаловалась, что у меня очень болит живот. И весь живот болит, и кишечник, все болит. Он мне говорил, у тебя ничего нет, кроме вот этой хеликобактер. На это у меня ушло где-то месяца 4. После того, как я, как мне было сказано, я через месяц сделала еще одну проверку на хеликобактер, выяснилось, что хеликобактер у меня нет, а сильные боли у меня есть. После этого я пошла к частному гастроэнтерологу, к профессору, и когда он меня посмотрел, просто посмотрел меня, послушал, посмотрел, он мне сразу сказал, что у тебя рак, и направил меня на СИТИ. Сити показала, что Сити было плохое, и показала, что у меня не в порядке с гинекологией. Он у меня прощупал большую опухоль на желудке. После этого он мне сделал еще одну гастроскопию, посмотреть, нет ли у меня рака внутри желудка. Там у меня все оказалось чисто. После этого он меня направил к хирургу и направил меня к гинекологу. Я была у 3 гинекологов. Делали мне проверки и сказали, что у меня ничего нет, но в яичниках есть кистоты. И направили меня, но тем не менее сказали сделать маркер крови. И когда мне сделали маркер крови, то выяснилось, что в яичнике у меня маркер крови очень высокий, был 94. Это маркер SA-125. После этого мне гастроэнтеролог меня направил еще хирургу. Хирург сказал, что надо бы сделать биопсию, но биопсию надо делать и в районе желудка, и в районе гинекологии, поэтому сказал, что, скорее всего, нужно делать операцию. И направил меня к онкогинекологу. Когда я пришла к онкогинекологу, он меня посмотрел и сказал, что мне нужно срочно на операцию. Перед этим, перед операцией за пару недель, я пришла к Рикардо, с которым была знакома уже много лет, и он делал мне типуль, чтобы у меня операция прошла легче, чтобы я легче вышла из наркоза, чтобы легче прошло все. Мне сделали очень тяжелую операцию, разрезали сверху донизу, удалили опухоль на желудке, была опухоль еще на кишечнике, которую удалить не смогли, удалили 5 сантиметров кишечника, удалили всю гинекологию. Операция была очень тяжелая, кругом были метастазы уже, и после операции мне сказали, что они все, что могли, они убрали, но под микроскопом было видно, что у меня остались точки метастаз по всему животу. И сказали, что нужно срочно делать химиотерапию. Как только я немножко оправилась после операции, я сразу пришла опять к Рикардо, и пошла на химиотерапию. Химиотерапию мне назначили раз в 3 недели, очень тяжелую. Сказали, что у меня рак под названием карцинома. Очень тяжелая химиотерапия. И сказали, что мне нужно пройти 6 химиотерапиот. И сказали, что если это не поможет, то нужно сделать будет еще 2. После того, как я пришла к Рикардо, но я стала делать все вместе, химиотерапию и лечиться у Рикардо. И теперь после того, как я сделала 3 химиотерапии, и меня послали на маркер крови, который перед химиотерапией был уже не 94, а 115,
то после трех химий и после лечения у Рикардо у меня этот маркер крови SA-125 стал 18,2, то есть он вообще вошел в норму. Когда я этот анализ принесла врачу на химиотерапии, она ужасно удивилась и сказала, что, наверное, произошла ошибка в анализе. Но я проконсультировалась у врача, который занимается, моя подруга занимается этими анализами. Она говорит, ошибки такой быть не может. И Рикардо сказал, что тоже ошибки такой быть не может. Поэтому, так как химия была тяжелая и состояние мое было очень тяжелое, честно говоря, по разговорам с врачами я поняла, что мне мало что светит, и настроение, состояние было у меня очень нехорошее, потому что химиотерапия такая тяжелая, что пережить ее довольно сложно, и были мысли, зачем я вообще это делаю, мне лучше ли просто умереть и не мучиться так. Вот. Но после того, как у меня вот появился такой результат, и я считаю, что этот результат появился только благодаря Рикардо, то у меня появилась надежда на жизнь, у меня совершенно другое настроение. И теперь все вот эти трудности, все эти боли, всю эту тошноту, он мне своим лечением он снимает эту тошноту, помогает с этими болями. Я как бы легче переношу эту химиотерапию, хотя она все равно тяжелая. Но он мне в этом плане очень помогает. И теперь я пойду на химиотерапию уже на следующее, уже совершенно другим настроением. И у меня есть надежда, что все это пройдет, и я выйду из этого состояния, потому что вот сейчас уже в середине процесса у меня такой хороший результат. Когда я пришла к врачу, и я спрашивала у нее, какое мое положение, она мне сказала, надейся на Бога. То есть я на этого Бога я надеюсь. Но у меня есть еще один Бог, Рикардо, на которого я надеюсь так же, как и на того Бога. Поэтому мне помогают два Бога, и наверху, и внизу. И поэтому я безумно благодарю Рикардо. Благодарю Рикардо. Он человек необыкновенно обаятельный. Он очень переживает за каждого своего больного. И совершенно искренне радуется, когда у кого-то положительные результаты. Прямо радуется, как ребенок, и всем рассказывает, вот у Людмилы так хорошо, там у того-то так хорошо. И я могу сказать ему, выразить ему огромную благодарность и огромное уважение. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. Тодароваша шитавтутан, Людмила. Лейтраут.